Взмах жезла, остановка, напряженное лицо водителя, не нарушил ли чего. И вдруг... Здравствуйте, хотим поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Правда, движение обязательно нарушается, чтобы у вас всегда было все хорошо. Улыбка, счастье, все хорошо, до свидания. На главном кольце города госавтоинспекторы останавливают исключительно автомобили, за рулем которых женщины. На территории города Заречный мы проводим акцию «Цветы автоледи». В преддверии праздника женского 8 марта мы хотим раздать женщинам цветы, небольшие подарки и, конечно, поздравить их с наступающим женским весенним днем 8 марта. Хотелось бы к ним обратиться, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, соблюдали скоростной режим, были взаимовежливы на проезжей части. С праздником, с наступающим вас! А к мужчинам хотелось бы обратиться, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и уважали женщин на проезжей части. Вопреки стереотипу, дорожные полицейские – обычные люди, и им вовсе не чужды рыцарские чувства. Здравствуйте, инспектор ДПС Смирнов. С наступающим вас праздником. Спасибо. Хотим поздравить. Оставайтесь такой прекрасный, красивый. Спасибо. Всего хорошего, не нарушайте правила дорожного движения. С наступающим праздником всех женщин поздравляют также Станислав Корякин, Владимир Полищук и вся мужская половина телерадиокомпании «Заречный».